Трахаться хочу. Трахайся, я здесь при чем? Ну. Трахаться хочу, Диана. Окей, то есть ты предлагаешь сейчас с тобой потрахаться? За то, чтобы ты пошла погуляла. Один раз. Не, ну я не. Но мы здесь как бы будем 2 недели, у нас все оплачено, я естественно хочу гулять, может хочу с мужчиной каким-нибудь поздоровый. Джакузи, блядь, ни хрена себе. Ты что ты делаешь? Чё у тебя номер не закрыт? А ты зачем мой номер вообще пришел? А чё у тебя такой номер огромный? Такой. У тебя не такой? Нет, у меня комната какая-то с одной кроватью. У тебя тут джакузи или кровать. Ну, я не знаю. А куда ты намылилась? Ну, в листик может сходить. А что? А тебя батя отпускал? В смысле? Ну, мы же сюда вроде отдыхать приехали. Отдыхать? Но мне отец сказал, что ты никуда не ходила. И что? Ты же можешь просто не говорить. Нет, не могу, потому что мне сказали за тобой смотреть. Ну, в смысле? Ну, мы же отдыхаем. Ты ходи куда хочешь, я хожу куда хочу. Ну, в чем проблема? Ну, я-то могу куда хочу ходить, как бы. Я, во-первых, парень, мне можно. А во-вторых, тебе же батя не говорил за мной следить? Не говорил. А мне сказал. И поэтому тебе такой номер хуёво сняли, да? Я не знаю, почему мне сняли такой номер. И такой тебе. Ну, видишь, кому-то повезло. Поэтому давай. Я сейчас пойду. Ты так уж быть, можешь побыть в этом номере. Хочешь, вот джакузи покупайся, пока я гуляю, там, не знаю, вино попей, что-нибудь придумаешь. Нет, джакузи я покупаюсь, конечно, спасибо за предложение. Ну, покупайся, подожди, я... там, что хочешь, делай в этом джакузи, пока я гуляю. Мне, честно говоря, без разницы. Подрочить можно прям тут? Дела нет до того, что ты чем-то будешь здесь заниматься. Можешь лежать, все что угодно делать. Ага. Не, ну в джакузи-то да, я хочу полежать, но я не хочу дрочить. И что, мне без разницы. Все, ладно, давай я сейчас пойду. Нет, ты никуда не пойдешь. Почему? Потому что тебя отец не отпускал. Ай, все, ладно. Мне что, за тобой лезть? Ты куда? Я тебе сказала, что я сейчас пойду. Нет, да? Ты никуда не пойдешь. Пойду. Слушай, делай, что хочешь.